Здравствуйте, меня зовут Надежда Головина, я тренер по женской стрижке в школе Деметриус. Сегодня я вам покажу, как выполнить стрижку боб в технике Деметриус. Так как у моей модели недостаточно длины на височных зонах, я сделаю боб, чтобы выровнять эту линию и в дальнейшем она могла отрастить более ровную и плавную форму. Вот такой пробор я выделила. Первый блок затылочный. Буду задавать ребро, градуировать, высушу и буду дорабатывать. Сейчас приступаю ко второму затылочному блоку. Сразу буду начинать градуировку, отступая 1,5 сантиметра от сухого ребра первого затылочного блока. Как я уже говорила в начале, мне нужно только выровнять линию у лица, поэтому я выделила такой височный пробор. Всегда обращайте внимание на исходную длину волос вашего клиента, так как если она хочет, например, классическое каре, а длины хватает только на боб, вы сразу об этом говорите клиенту. Оба виска я простригаю аналогично. Каждый уважающий себя мастер должен обязательно уметь делать такую стрижку и окрашивание. Успешный мастер всегда идет в ногу со временем и дает своему клиенту все самое новое и актуальное. Поэтому прямо сейчас переходи в описание под этим видео и звони в школу Деметриус и записывайся на обучение. Я закончила височные зоны, теперь приступаю к теменной зоне. Простригать теменную зону я буду одним срезом. Затем сушить и дорабатывать. Я закончила стрижку. Посмотрите, какая форма, какой объем получился на затылке. Окрашивание выполняла наш тренер по колористике Анна Тимир. Ставь лайк, нажимай на колокольчик, подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить наше новое видео. Переходи в описание, звони в школу и записывайся на обучение. Будь с нами, будь с Деметриус!